Павел Пантелеич, ну, спарринг с Тамбовым позади, по горячим следам ваш экспресс-комментарий этой встречи. Ну, с точки зрения результата, приемлемый результат, с точки зрения организации игры по первому тайму, с учетом климатических условий и с учетом того, что команда находится под большими нагрузками, играла эту игру. Мы работали в тренажерный зал, плюс две тренировки в день. Естественно, не хватало свежести. Все. По второму тайму с заменой Альшина и Свежова мы проиграли центр поля. В организации игры возникли проблемы. Естественно, что стал меньше держаться мяч. И отсюда пошли, скажем так, не очень выразительные действия по второму тайму. По сравнению со стартовым составом в Кратово в матче с Енисеем, много изменений было в стартовом составе сегодняшней игры. Чем обусловлены эти замены? Поиском оптимальных сочетаний? Ну, во-первых, сочетание, оптимальное сочетание. Во-вторых, те климатические условия, которые есть, тяжело выдержать. Тем более в 17-часов игра начиналась, тяжело выдержать все. И решили немножко дать отдохнуть тому же Багаеву, Альшину, Свежову, который после операции два тайма он не выдержит. И мы планировали, что он сыграет только один тайм. С этим связано было, что... чтобы освежить немножко игру, потому что действительно в функциональном плане очень тяжело было в такую духоту играть. То, что сегодня полный матч провел Александр Саутин, это о чем-то говорит или это... Ну, это говорит о том, что мы уже пытаемся оптимизировать состав. До начала чемпионата остается 9 дней. И тот состав, который, скажем так, начинал игру, он близок к тому составу, который будет стартовать в чемпионате 16-17 года. Павел Пантелеич, оставшуюся часть подготовки, в каком режиме, графике будет проходить? Ну, оставшаяся часть, завтра восстановительная тренировка. Те ребята, которые не были задействованы, полноценная тренировка. У ребят, которые сыграли всю игру, восстановительная тренировка, восстановительное мероприятие. И с 4 числа мы переходим на одноразовый режим тренировок. Все, и работаем над тактикой, работаем над наигрыванием стандартных положений. Все, и думаю, что за эту неделю в функциональном плане ребята придут в нормальное состояние, немножко дадим передохнуть их, и когда появится свежесть и легкость, будет, ну, с моей точки зрения, ну, немножко другая игра и по динамике, и по содержанию.